Уважаемые жители, сейчас мы все переживаем достаточно сложный период. Мы все боремся с коронавирусной инфекцией. В этот период хотелось бы отдельно поблагодарить всех медицинских работников, в особенности городской поликлиники номер 2, которые ежедневно работают для нашего здоровья. Если вы заболели, то необходимо вызвать доктора, и доктор к вам придет. Также хочется сказать, чтобы вы соблюдали личную безопасность. Это и дистанцию друг с другом, это и ношение масок, это и личную гигиену. Но самое главное, если вы останетесь дома, мы быстрее совместно сможем победить данную инфекцию.